Отже, друзі, друзі, вітання всім ютуб канал Ми Україна. Дуже дякую, що ви зараз з нами. Ви вже бачите гостя сьогоднішньої студії нашого стріму. Я зараз його представлю. Я дуже прошу просто зараз підписуйтесь на наш канал. Ми Україна. Ми тут говоримо про всі найважливіші події, які змінюють Україну світну і звичайно. Тут гості, які наближають нашу з вами перемогу, перемогу нашої держави. Сьогодні будемо говорити про найважливіші міжнародні події. Про Росію про Україну, про реакцію світу і про зброю, коли вона буде ближчою до нас, яка допоможе нам перемогти. Юрій Рашкін разом зі мною. Ви зараз його бачите вже на своїх екранах. Політичний оглядач, ведучий Ютуб каналу Рашкін Ріпорт, депутат Округу Рог, штат Вісконсин. Юрій, вітання вам. Добрий день, дякую, що доєдналися. Большое спасибо за приглашення і слава Україні. Героям слава. Юрий, как ваше настроение в связи с помощью Украине от Соединенных Штатов и от наших партнеров? Вот что меняется за последнюю неделю? Как вы можете это описать? То, что мы видим на данный момент, это просто консолидация всех усилий и желаний. И сейчас мы уже говорим о том, что насколько близки мы можем или не можем ли мы выполнить э, запросы Залужного, который говорит уже о сотнях танков. И, и пытаемся как-то эти цифры собрать из того, что мы передадим, из того, что союзники могут передать, из того, что уже захвачено у России, если добавить к этому вот эти транспорты, вот эти танки, то получается намного ближе цифра к той цифре, которую хочет Залужный. Но это, простите, очень важные детали. Потому что нужно просто фундаментально признать, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в восстановлении Украины своих границ и суверенитета. Вместе с со союзниками и партнерами, и поэтому настроение у меня, я бы сказал, достаточно оптимистичное, что правда для меня как-то не новое, но иногда смотришь и как-то ужасаешься, но в данный момент, несмотря на то, что мы видим, что Владимир Путин продолжает воевать как варвар и террорист, и то, что произошло в Днепре, это это опять же террористическая атака на мирных жителей, которая унесла жизни десятков людей, одним ударом ракеты. Это э, выглядит э, в Соединенных Штатах это главная новость была э, в наших новостях в течение нескольких часов, возможно даже больше дня. Это просто даже для того мира, в котором у нас ведь тоже новости происходят. У нас и новый конгресс, и криминальная хроника. Всегда кто-то, кого-то, что-то, о чем нужно рассказать. Так сказать, и в Непале самолет упал, и там самое большое авиакрушение за 30 лет. Поэтому надо как-то держать публику в курсе того, что происходит. Но вот это одна атака в этой одной стране, Украине стало центральной новостью в Соединенных Штатах. И, и это важно, потому что это, опять же, подчеркивает, что важно для нас вот эти так, западные ценности, это вот человечность, демократия, думать о том, что человек ⁇ это очень важно. Даже можно говорить, что это важный ресурс, но это все равно очень важно. И когда мы теряем такое количество человеков, людей, которые э, несли какой-то смысл и пользу и еще не, не не стали тем, кем они должны были стать и вся вот эта человеческая трагедия невероятно важна в Соединенных Штатах. А то, что я не знаю, здание разрушилось, так можно отстроить. Это э, э, поэтому э, как бы вот это важно в Соединенных Штатах и это отражает наши ценности. И возвращаясь, наверное, к моему настроению, настроение хорошее, потому что я вижу, что пропагандистов российских стали как-то, ну, мы перешли в этом смысле тоже в контратаку, вместо того, чтобы просто давать людям, которые несут какую-то чушь по поводу того, что происходит в Соединенных Штатах, и, отнош... и как бы мешать, и потенциально вредят отношения между Украиной и Соединенными Штатами, а я вижу, что им начали давать отпор, и это очень ободряет тоже, так что в общем настроение хорошее. Мы про пропагандистов еще поговорим сегодня. Свежая новость. Несколько часов назад Европарламент проголосовал за трибунал для Путина. Вернее, для той системы, которая есть сейчас в России. Эм, голосование 472 за, 19 против. Ну и о чем резолюция? О том, чтобы делать спецтрибунал именно для тех преступлений, кровавых, жестоких, которые происходят сейчас в в Украине. Теперь вопрос, как сделать так, и чтобы Путин и Лукашенко, допустим, и союзники этих стран не применяли вето, потому что они есть также участниками Европарламента. Как быть дальше? Верите ли вы, что этот спецтрибунал сработает? Я думаю что опять же все все что мы, вот вы перечистили говорит о том что да будут некоторые люди, которые будут этому э, возможно препятствовать на том уровне на котором могут. но э, я вижу что тут просто как бы истории и современники признали, и признают Владимира Путина человеком, который заслуживает своего собственного вместе с его режимом трибунала на международном уровне. Вот уровень голосования, сотни голосов за и десятки, пары десятков против. Опять же, мы видим, как это разыгралось, такой баланс сил в Соединенных Штатах. Можно 15 раз голосовать, но если в конце концов нет альтернативы, проголосуйте за то, что есть. И то, что есть, это желание разумных, приличных людей провести криминальный суд, трибунал по поводу зверств, чтобы, ну, как бы напомнить людям, что нельзя так делать, что за это будут последствия, потому что путинский режим оперирует, да и вообще практически любой российский, советский режим оперирует в режиме безнаказанности. А что хотят, то делают. Не получается всегда, это другой вопрос но а, последствий для них очень недостаточно и не хватало и вот это еще одна попытка а, доказать и показать России, что нужно пересмотреть а, и глубже свою как бы цель и направление, куда вы движетесь, потому что если вы все время, если это все время кончается а, злодействами и, и трибуналом, то а, значит это не, неправильный путь. Um, и э, довел, вот допрыгался Владимир Путин. Так он думал, что он ну, может сделать все, что хочет, э, и все равно у него будут покупать его газ, и все равно ему будут продавать виллы и яхты, и все у него будет хорошо. Как он вляпался. Это же надо. Он просто думал, что у него будет маленькая победоносная, ну, длинная победоносная, ну, долгая победоносная, ну, дол ну какая-то, а вы кончится трибуналом. А не спецоперации. Какая спецоперация кончается военным трибуналом? Это тоже о многом говорит. Это говорит о полном провале его планов, как спецоперации, которая хотела быстренько прийти и захватить и, по... и ехать с мундирами на парад. Вот чем это закончилось. Думать Но, надо. Только Он называет то, что происходит. Остальной цивилизованный мир называет это войной. Конечно. Конечно. Насколько решительно сейчас не только в разговорах, а и в действиях будет это наказание? Потому что мы же понимаем, что можно назвать Путина, Россию страной террористом или страной спонсором терроризма. Путина точно так же. Ну а вот что дальше? Мы же понимаем, что какое может быть решение? Захватить его, расстрелять его. Это же мы можем об этом говорить. То, что как мы хотим, чтобы это двигалось дальше. Но вот вообще в логике, в политике Соединенных Штатов и Европы, как вы думаете, как будут двигаться эти процессы дальше, вот в реальности? Знаете, было бы круто, если бы Владимир Путин сделал то, что он делает со своими генералами, то есть послал их в Украину. Воевать. Да, тогда это его война, езжай, воюй. И тогда, по крайней мере, по нему можно будет ну, так сказать, больше вариантов его уничтожить. Но он этого не делает. Он, наоборот, так сказать, прячется один от всех остальных. И непонятно, есть ли солдаты, которые стоят за ним, реальные солдаты или на зеленом экране. И, и уже это, это даже и не важно. Но он прячется. И поэтому как бы до него дотянуться даже своим, с табакеркой, видимо, непросто поэтому он будет как бы безнаказанно физически на еще какое-то время и к тому же в отличие я, я не знаю что думают люди в россии но мне кажется они ну, в общем никто не собирается захватывать воронеж никто не не хочет оккупировать россию Эта территории но ну, не нужна она как бы в таком виде таким образом зачем? Плюс это стоит очень много денег, и мы, как налогоплательщики, не хотим вкладывать деньги в безнадежные проекты. Мы хотим вкладывать их в то, что может чем-то закончиться, а не просто потому, что ну, мы живем на одной планете, и они начнут нас обстреливать ядерным оружием, если мы. К тому же, где эта эскалация? Что это за эскалация? Это перестала производить впечатление. После того, как Путину дали по рукам и сказали, перестань э, говорить о ядерном оружии, э, а где другая эскалация? Он стреляет по мирным жителям, он всегда стрелял по мирным жителям. Поэтому это означает, что можно передавать больше оружия, и мы видим, что идет наступательное оружие, которое будет работать вместе, друг с другом, чтобы достичь целей по плану, вернуть Украину к границам. 91 -го года. Но это, как вы понимаете, это на военном, и, и тут что? Вот тут останов, вот остановка. Всем спасибо, мы здесь дома хорошо. И что происходит с Россией? Она как бы продолжает воевать у границы, или она отваливается, или, или что? Потому что э, ситуация, когда э, как бы Путин нарушает э, законы силы притяжения, как-то мы почти что наблюдаем этот поезд, который сходит с рейс, но, но слишком медленно, он как бы бежит за нами, мы от него бежим, а, и он должен остановиться, потому что там не хватает ресурсов, там кончаются ресурсы, экономика разваливается, и остались одни заключенные, и вопрос о том, сколько можно еще сделать заключенных, чтобы из Вы них сделать в армию. Где тот момент, когда Путин решит остановиться? Это что? Это, такого я просто не вижу. Я Понимаете, он как бы... Зачем? Как? Для него это... Некоторые говорят, что для него это конец. Я как бы не могу поспорить, но я думаю, что он даже как бы не видит это в таких параметрах. Он просто как бы идет дальше по курсу. И ему нужно дальше идти, и он будет дальше идти. И никто его не останавливает, он буксует, он не движется вперед со своими амбициями, и может даже начать откатываться назад, но дальше российских границ его, это проблема людей, которые там живут. Там, правда, все их меньше и меньше, но вот... Да, так что он человек будет из... Он уже как бы устроил себе большую Северную Корею, и сейчас он из россиян пытается сделать севернокорейцев. Посмотрим, насколько ему удастся этот эксперимент, потому что в Северной Корее удалось. Они, когда вот я просто классическая фотография, северокорейский солдат и южнокорейский солдат, южнокорейских солдат откормлены в два раза больше, чем севернокорейский солдат. Но, возможно, этого достаточно, чтобы сдерживать власть силу в самой России. А как вы можете сейчас, вот в состоянии почти года войны, описать главную цель российской армии, либо же путинского режима. Потому что мы помним, февраль, э, начиналось все из денацификации, демилитаризации, потом мы слышали о том, что исторически Ленин вообще основал Украину, и мы должны исторически вернуть нашу территории. далее были, были еще более ну, извините, глупые заявления и так далее. Недавно в одном из обращений Путина, либо же его двойника, как уже пишут тоже в сети, что он все-таки определился и называет возвращение Украины под влияние России, это исторический процесс. То есть это так, как должно было быть после развала Союза и так далее. Как вы себе это видите? Вот это изменение целей, что это сейчас? Ну, сейчас у него просто желание остановиться, сказать, что он несчастный, пострадал вообще, на него напал дикий запад, озверевший. Я вот увидел, сделал выступление перед ветеранами, я уже не знаю, что это вообще там все это конкретно означает, со всеми вот... Путин, я думаю, настоящий, а вот ветераны, сомневаюсь. И он сказал, что Запад вообще, как бы это были все страны Европы, которые были, участвовали в блокаде Ленинграда, поскольку э, Гитлер поставил под ружье там всю, как бы он захватил территорию, я делаю вывод, что он как бы захватил территорию, страну, и он взял солдат этой страны и послал их э, сражаться с Россией. Э, э, и мы об этом умалчивали, потому что это как бы ну, неприлично об этом говорить. А теперь прилично, что случилось? Uh, опять же, он гнет одну линию, и Лавров гнет ту же линию, которая тоже делает подобного рода заявления. Uh, и uh, они не видят, что будет дальше сами. Они как бы сами все застряли, и, и мы как бы ждем разрешения. Просто разрешение означает, что они должны покинуть сцену. А они, как бы не понимают, видимо, до конца, что делать дальше, но это часть процесса, которую про который я говорил, и другие, что это медленное варенье лягушки. И вот сейчас, как бы, лягушка уже как бы отползти, видимо, не может. Это очень интересно, очень издалека наблюдать. Я просто не могу сравнить и до конца понять тот ужас, в котором живут люди Украины сейчас, пока этот ящер издыхает. Это просто оказаться в радиусе трех дракона. Так что, в общем, пока этот процесс происходит, одним людям надо покинуть сцену, другие люди ждут, когда они покинут сцену, и вот так в этом же процессе ожиданий мы как бы с одной стороны находимся, а с другой стороны у Запада демократические выборы требуются выполнения каких-то чего-то, иначе избиратели начнут что-то делать. А избиратели все время, им другая сторона что-то пытается навязать. И мы видим, что Владимир Путин пытается продолжать влиять на западную политику, но, к счастью, пока он издыхает в Украине, у него постепенно кончаются ресурсы, которые оказались у него, так сказать, лимитированными в разными способами, как результат его ужасной тупой войны. Поэтому нам нужны результаты. И мы сейчас видим, что союзники и партнеры, во главе с Соединенными Штатами, очень ополчились на то, чтобы разрешить эту ситуацию и закончить эту войну в пользу Украины с очень четкими целями, мне кажется. Хотелось бы к сентябрю 2023 года, потому что после этого нужно будет продлевать финансирование в Соединенных Штатах, да и вообще выборы у всех есть. Поэтому вот такая ситуация. Вы уже, уже вспомнили про деньги для Украины. Соединенные Штаты готовят еще один пакет военной помощи для Украины. Это 2,5 миллиарда долларов. Об этом пишет Вашингтон Пост. Ну и также сюда входит э, крайне необходимая для Украины техника, бронемашины Брэдли и Страйкер. И также вы об этом вспоминали на своем YouTube-канале о том, что пишет политика. Это бомбы малого диаметра, SDB, Бомбы, воздух, земля запускаются самолетом на расстоянии 150 километров. И есть также Вашингтон пост об этом пишет, что Соединенные Штаты даже очень не против помочь Украине вернуть Крым. Прямо открыто об этом пишут, что все это оружие может быть использовано для того, чтобы возвращать наш полуостров. Как вы видите этот процесс и когда мы можем получить это оружие, эти бомбы и эти танки? Я вижу всегда, как бы стараюсь посмотреть на ситуацию с разных точек зрения и, и как бы продумать, как это выглядит. Мне это интересно. И то, что вот вы перечистили, я писал сотки новостей из США, что это говорит о том, что Соединенные Штаты не нервничают до такой степени про эскалацию, что готовы и передают оружие Украине. И все идет, как бы, наконец-то, мне кажется, как должно идти. Можно спорить о том, что это должно было раньше, позже. Вообще этого не нужно было делать. Есть разные точки зрения. Но общее это, это вооружение может нанести очень большой ущерб э, России, хотя э, в Белом доме из тех же новостей сказано, что они еще пока не считают, э, что в состоянии это оружие захватить Крым, вот это, это, это так сказать, существующее оружие, э, но оно как бы уже может очень напугать русских, а это тоже в этом есть смысл. Хотя вот такой момент, что как бы на Западе интересуются, в какой момент встрепенутся русские люди таким как бы почти что с, ну, с научным интересом, а, а видимо это просто не тот участвующий элемент этого выражения, уравнения, как бы нет этого, этой воли русских людей, они, видимо, не встрепенутся, они как зомби сейчас в этом состоянии, и встрепенутся они, видимо, видимо, не в состоянии. И поэтому военная помощь увеличивается. Но, опять же, так сказать, мы не все знаем, и тут есть разные интересные вопросы, которые я сам хотел бы вот не хотел бы, а жду, когда смогу задать генералу Бену Ходжесу, потому что это вопросы логистики и вопросы того, насколько вообще, какая цифра нам нужна для того, чтобы достичь того результата, который нужно достичь. Ну, Мы... Я перечислил всю технику, которая необходима, вплоть до количества танков, танков боемашин, бомб, самолетов и так далее. Вы помните этот список. Но это его план. Это не означает, да. это, извините, это при всем уважении, это не гарантия успеха, это его да. план. Будем надеяться, он успешен, как бы. Я понимаю. Ну вот, знаете, я сразу подумала и про реакцию Соединенных Штатов. Вы перечислили: да, что что можем мы получить, что нет. А помните, когда только началась большая война, россияне сказали: только попробуйте помогать. Всем странам и Соединенным Штатам и Европе вы даже не представляете, что вас может ждать? И мы тогда сразу начали говорить про ядерное вооружение и всю технику, которая также есть в России. А как вы думаете, сейчас ну, стремаются россияне или уже не так, как это было в феврале прошлого года? Все, что мы видим, говорит о том, что это не так, что ситуация изменилась. Как молоды мы были, когда еще мы думали о том, что вот сейчас Владимир Путин использует ядерное оружие. Как-то с одной стороны я даже рад, что, возможно, он достаточно адекватен, что он понимает, что когда ему говорят, не делай этого Вова. Он, видимо, не делает. Возможно, так сказать в том, кто ему это об этом говорит, и если ему об этом говорят, я не знаю, Китай и Индия, на которых он очень рассчитывает как партнеры, что это, это даже более весомый аргумент, чем когда об этом опять заявляет Джейк Салован, советник по национальной безопасности президента, то как бы они у всех свои источники, которых они уважают. Но вот я об этом говорил, другие люди об этом говорили, сейчас об этом уже пишет Вашингтон Пост, очень приятно как бы в этом смысле видеть, что как бы одни и те же выводы напрашиваются. Когда мы видим то, что делают Соединенные Штаты и союзники, и, и до этого так говорили про страх эскалации, что что-то тут произошло, почему-то этот страх, видимо, пропал. И откуда он, куда то ли эскалации не было, но возможно она есть. Возможно то, что мы наблюдаем, это и есть эскалация. Хорошо, тогда нам нужно продолжать решать эту проблему под названием Российская агрессия, которую возглавляет Владимир Путин. Значит, тогда нужно увеличивать оружие, нужно увеличивать поставки, и это то, что мы наблюдаем. Ну, самые горячие точки в Украине сейчас это Донецкая область, это Бахмут и Солидар. Туда россияне направляют просто огромное количество техники и, скажем так, просто живой силы, которая, которую обстреливают наши украинские военные. Огромные потери там, но тем не менее Путин принял такое решение и продолжает это делать, направляя все силы сейчас туда, на Бахмут. Там в большей степени воюют военные ЧВК Вагнер. Недавно в Соединенных Штатах озвучили мысль о том, чтобы запретить ЧВК Вагнер, либо же признать эту группу террористической и так далее. Как вы думаете, насколько есть возможность такого действия? Возможность есть. Я думаю, да. что главный вред тут не в том, что можно кого-то чем-то объявить, а то, что эта организация де делает и какой эффект она имеет и причиняет. А опять же, последствия, потому что объявить Россию страной – это приятно, это душу греет. Объявить ЧВК Вагнера тоже очень правильно, потому что там, кем, кем бы их не объявляли, они это и хуже. Но какой смысл в этом, вот просто реально, мне объясните. И, и тут важно, чтобы за этим шли последствия. Например, государство-террорист не имеет сейчас смысла для Госдепа и для Белого дома, поэтому назвали страной агрессором. То есть как бы пытаются разрешить вот эти дипломатические и политические требования выражения воли народа, при этом не, не помешав главным усилиям, которые, в общем-то, совпадают с желаниями населения, но просто, видимо, не могут не обязательно так популярны. Так что назвать, так что сейчас назвать ЧВК Вагнер, ну, возможно, там кто-то будет блокировать, но э, вопрос в том, что они делают. А они разрушают э, Россию. Э, это это как бы как вот эта агрессивная часть этого рака онкологии, которая съедает и поедает общество и поедает людей, которые там живут. И это вот активная часть этой мясорубки, э, вот этого мясокомбината в который, через который сейчас Путин решил прогнать всю Россию. И ЧВК Вагнера это просто вот это острие этой отравленной пики, которая отравляет и весь организм, которому она присобачена. И то, что эти люди хотят доказать, какие они крутые, опять же, это не то, что ценится, и они совершают военные убийства, военные преступления. Поэтому это, это часть как бы вот этого раз, развертывающегося проклятия России, которое мы наблюдаем в действии сейчас. Вот эта страна, которая решила встать на какие-то невероятные грабли 24 февраля 23 года и теперь получает по лбу вот это продолжающееся бесперерывно. Я знаете о чем подумала. Мне кажется всегда в любом террористическом режиме, либо же в какой-то такой группировке, чем больше стран и чем больше людей говорят невероятные плохие вещи и обвинения и описывают ужасные преступления, тем больше о себе хорошо думают эти люди. Ну, знаете, что значит, они действуют правил, правильно, значит, их действия вызывают какое-то восхищение в плохом или в хорошем смысле. Вот что-то такое. А какая судьба ждет Путина в соответствии с этим, например, Каддафи? Вы знаете, вот то, что вы сказали о том, что вот как вы себя чувствуете, когда Подождите, Каддафи меня просто э, увел в другую сторону. Да, когда мы обвиняем людей в чем-то. Зачем, что в этом происходит? Во-первых, это говорит о нашем собственном воображении. То, что мы можем с вами представить как возможные варианты, что для нас считается как бы плохим, в этом мы обвиняем, любим обвинять наших политических оппонентов. Просто вот эта денацификация, демилитаризация, все то, что Путин хотел для Украины, это то, что нужно России срочно, потому что это вот является большой частью проблемы, которую мы сейчас наблюдаем. Поэтому я тут вижу больше проекцию, хотя, конечно, на этом можно заработать какие-то понты, очки, и вообще найти козлов отпущения, это очень приятно, потому что тогда можно все свалить на них, а, а сам, как бы, такой чистый и пушистый. Вернемся к Каддафи. Да, я о том, что можем ли мы дождаться, что Путина ждет похожая судьба? Я думаю, что, знаете, вы так молодо выглядите, я еще так сказать, вполне. Да. да. Что происходит, сколько там запасов в этом бункере и насколько он там может отсидеться от а, российского, я не знаю, народа, то это вот, наверное, это и определяется. А, я как бы не, не знаю, насколько я верю в двойников в этом смысле как способ продления режима а, в конце. Да, но в конце как бы это, это должно рухнуть, и я думаю, что мы это просто это должно было рушиться, могло рушиться очень-очень долго. Все-таки страна большая, так сказать, ресурсов много. Но 24 февраля Путин решил очень этот процесс ускорить. И теперь я думаю, что у нас есть все причины ожидать, что мы увидим, как закончит Путин в течение достаточно краткого срока если это будет несколько недель, несколько месяцев, несколько даже лет. Я тут не хочу быть как Валерий Соловей, это как-то звучит очень странно, потому что у меня нет, ну я не знаю, того воображения, которое есть у профессора. Но я просто как бы, ну нет другого исхода. Это биологический человек загнал себя в полную ловушку. Да, он медицинский может жить, наверное, бесконечно, но политически я не вижу здесь большого выхода для него. Сейчас в обсуждениях десятый пакет санкций против Российской Федерации. Там, опять-таки, повторяется возможность отключения российских банков от системы SWIFT, санкции против олигархов и известных личностей. Далее, то, что из нового, также продолжение, это эмбарго нафтовое. И вот, возможно, есть санкции против атомного сектора России. Как вы считаете, ужесточит ли жизнь России этот пакет санкций? Или вообще как вы относитесь к санкциям? Действуют ли они? Санкции. Знаете, надо просто, наверное, принять, как бы учитывать, что есть то, что нам нужно, и то, что нам нужно. то, что нам нужно, с одной стороны, это победа Украины, а с другой стороны, э, обезопасить себя от российской агрессии. И Укра... Обезопасить и Украину, и себя от российской агрессии. Э, поэтому для достижения того, что нам нужно в краткую, в короткую, то есть победу Украины, вот прямо сейчас, чтобы вот война остановилась как можно скорее – и вернулась, Украина получила границы 1991 года как можно скорее. А с другой стороны, нам нужно обезопасить себя в долгосрочную на 20, 30, 40, 50 лет от возможности российской агрессии. Вы видите, что сделал мир с Германией, которую просто разделили, чтобы таким образом попытаться, ну, как бы в идеале не дать ей стать тем фашистским монстром опять, но она как бы вообще потеряла свою суверенность как страна в результате Второй мировой войны, которую она начала, которая началась 1 сентября 1939 года. Это достаточно важно понимать в русском, например, вот, как мне кажется, как часть этого вот восстановления или возрождения или создания России как нормального государства, нужно понять, что вот эта Великая Отечественная война была частью Второй мировой войны. И, и вот эта Вторая мировая война началась в 1939 году и закончилась поражением Японии в августе 1945 года. А вот и, и внутри этого процесса была часть, когда именно вот была война на территории Советского Союза. Так получилось. Это вот часть, то есть Россия часть чего-то э, в данной ситуации. И э, санкции тут должны сыграть э, важную ключевую роль, напомнить россиянам, что вот э, система, которая вот, протестировать, как бы потому что в России система построена на страхе и на бабле. И вот если бабло заканчивается, то страх тоже заканчивается, или страха будет больше еще, и страх тут пересилит все, и, и даже если бабла нет, то все равно страх есть. Вот сейчас то, что это тестируют санкции. Да, будут какие-то замены из Северной Кореи, простите, из Китая. Будут им что-то присылать, торговать и забирать у них последние бусы. Будут сидеть они, я не знаю, пока технология работает, а потом что? Ну как-то придется, опять что, опять рабский труд, это единственное, что работает, и будут, но ну, это тоже как-то относительно. Это все очень печально на самом деле, но это это поиск, который встал вот на эти вот вот идет и... и повернуть ему уже тяжело. Так а бабло заканчивается уже там? Для этого сделаны санкции, чтобы бабло заканчивалось. Теперь что дальше? Что они как видите, сколько можно даже телевизор нужно иногда ремонтировать? А вы сказали в эфире, что Россия все равно сейчас имеет влияние на Запад, на европейские страны. Вы имели в виду что? Энергоресурсы, вы имели в виду вообще взаимодействие торговое. Мы же понимаем, что все равно есть страны, которые продолжают эту связь, и, и это есть. Спасибо, спасибо, что вы уточняете. Я имею в виду, в первую очередь, в политической плоскости. В том смысле, что у России продолжают оставаться какие-то ресурсы, которыми она пытается распоряжаться, либо на фабрике троллей, либо у нас вот сейчас избрали конгрессмена, который абсолютно придумал себе биографию. Uh, включая то, что он еврей и гей. И, в общем, все это выяснилось, что это не так, и даже зовут его кажется по-другому. И он mm -hmm. хочет, чтобы его звали другим. Так большая часть денег на его избирательную кампанию пришла из какого-то непонятного ресурса, связанного с Россией. То есть они пытаются как-то участвовать в наших выборах, насколько им это удается, вместо того, чтобы тихо сидеть и заниматься своими проблемами. В этом-то, как сказать,. Важная часть вот этой имперскости это то, что перестать заниматься другими, и начать заниматься собой. Ну, вот, вот так, да. Ну, вот сейчас газосховища Европы заполнены на 83%. Это говорит Еврокомиссия. То есть, в принципе, то, что мы слышали еще год назад от ЕС, что для того, чтобы отказаться от российского газа и нефти, понадобится минимум 8 лет. Вы помните эти заявления. Сейчас мы видим, что да, не до конца удалось отказаться, но все-таки страны сделали все возможное. Когда мы сможем увидеть полную независимость от российских энергоресурсов? Тогда, когда мы поймем, что наше будущее лежит в возобновляемых энергоресурсах, угу. и в этом смысле я хочу поддержать Грету Тунберг, которая, да. которая как раз была арестована за протест по, по против, кажется, это было связано с разработкой угля или какой-то шахты. Да-да, вот недавно, кстати, да. Да, это же наш человек, понимаете, она же сражается за против энергозависимости что нужно делать возобновляемую энергию и использовать то, что есть ветер и солнце, вместо того, чтобы надеяться на шахты и на российские энергоресурсы. Каждый воюет на своем участке фронта. И я думаю, что нужно поддержать тех, кто протестует и поддерживает наши западные ценности в лучших их идеалах. Вот. А, да. Продолжайте, пожалуйста. Да, а, так что будущее не в газе, не в нефти, и вот эта страна, которая маскировалась, заправка, которая маскировалась как страна, выясняется, что когда она слишком, что она, если она будет грабить тех, кто проходит мимо, так сказать, то никто не будет покупать то, что она продает. Это не стоит того и опять это вот просчитался путин по поводу важности бабла выяснилось что лучше все-таки не воевать это во- первых это плохо для бизнеса бизнес тут у нас был хороший бизнес в россии куда он делся ах да владимир путин так что надо не только отказываться от российских энергоресурсов а вообще понимать что будущее возобновляемой энергии ну, тут вопрос: в другом: что они могут свою нефть подмешивать с нефтью другой страны и продавать это на... под другим флагом? Мы же понимаем, ну, что ну, так же... Это, это работает в обе стороны, потому что если можно иметь ананасы из Белоруссии, то да. почему бы нельзя таким же образом в российскую нет? Но это тактические краткосрочные решения. Я не думаю, что это решение проблемы в долгую. Uh, это, это на сегодняшний момент, и поэтому появляются новые санкции, потому что мы продолжаем выявлять новые способы, как они пытаются uh, прокрутить и вывернуть и вывернуться и приземлиться, и в последний момент мы ищем новые способы забрать у них эту подстилку из-под ног, чтобы они uh, продолжали кувыркаться. Uh, санкции это видимо такое оружие, которое нужно все время продолжать затачивать. Ну, хорошо, будем затачивать, пока эта страна не превратится ну, в Северную Корею, так сказать, на, опять же, как бы политическом, легальном, юридическом уровне, когда э, с ней никто не ведет э, никаких дел. Ну да, только Северная Корея, и они себя прекрасно чувствуют. Еще про поддержку, Юрий. Мы слышали недавно заявление соратников Трампа о том, что стоит провести аудит, который касается помощи от Соединенных Штатов для Украины, правильно ли выделяют деньги, туда ли они идут и вообще куда эти миллиарды долларов будут направлены далее. Как сейчас с этим история? Насколько этот процесс развивается далее? Знаете, да, стоит конечно стоит провести аудит у нас тоже вот проводят аудиты которые мы ожидаем по крайней мере аудита который должен наступить по поводу того как мы потратили те гигантские деньги которые мы на местном уровне в округе получили от федерального правительства как части поддержки по борьбе с пандемией мы тратим эти деньги, это безумное количества, нам нужно их потратить, раздать бизнесам, раздать разным организациям, мы нервничаем, как бы это правильнее отдать, чтобы мы там... Потому что будет инспекция, конечно, будет инспекция потом. И вот сейчас как бы вроде бы пандемия отступила, и будут инспекции, это нормально. Вопрос в том, что за этим стоит. Если мы говорим инспекции, и пока мы не проведем инспекцию, вы, вы больше не получите вакцин, Uh, это извините издевательство uh, и если это то чем будет заниматься республиканская партия, то это будет абсолютно в их амплуа uh, но если они скажут да мы считаем что нужно провести инспекцию а пока что нужно продолжать помогать украине да я согласен да я, я думаю что инспекция и как бы как проверка создает доверие uh, mm -hmm. так что хорошо но всему есть время да. Издание The Hill сообщает, что Байден в течение нескольких дней огласит, будет ли он баллотироваться на президентских выборах 2024 -го. Вы как думаете? Я думаю, что, во-первых, он, да, будет баллотироваться. Во-вторых, я думаю, что у него очень хорошие шансы победить на перевыборах из того, что мы видим на данный момент, но мы можем об этом поговорить. И я думаю, что он из того, что передают, он не будет об этом объявлять по крайней мере до того, как он выступит перед совместной сессией Конгресса, речь перед государством, State of the Union, состояние нашего союза, речь, которую он даст в феврале, потому что он не хочет выглядеть на этой речи как кандидат, а хочет выглядеть как президент. Mm -hmm. а, хорошо, значит мы понимаем, что у него там определенные графики после этого будет объявления. В принципе, это рановато, но и для него это имеет смысл, и в ситуации это имеет смысл. В ситуации, которая происходит сейчас, Дональд Трамп уже объявил, что он будет избираться в президенты, что он уже объявил себя кандидатом. Ну, это имеет, опять же, личные причины для него, он под расследованиями, ему нужно, он надеется, что он таким образом сможет как бы спрятаться в этом домике безопасности, он кандидат. Теперь, если вы меня атакуете, то это политическое нападение. А с другой стороны, ему тоже, как и Байдену, в общем-то, хочется он в возрасте пожилой, очень даже, и из того, что мы видим, сидя во Флориде, в своем поместье, он там обезумевший, и ему нужно как бы зачистить поле. У нас это делается по-другому, чем в России». Uh, и у нас объявление ранее, что ты будешь избираться, означает, что другие теперь думают, ах, если я буду с кем-то говорить, то мне надо будет сравнивать себя с ним. Я не хочу сравнивать себя с ним. Это ух, Трамп, не надо. Хорошо. Окей, пусть он будет э, тогда нашим и как бы оттолкнет это некоторых слабеньких кандидатов, более слабых, чтобы они не избирались. Это не оттолкнет Десантиса, это. Но вот такие какие-то третьестепенные, возможно, решат не прыгать в эту воду опасно, а еще акула там плавает. Поэтому он объявил. Байден теперь объявил, потому что ему нужно показать, что как бы раз Трамп, то. Он мог бы это вообще проигнорировать, но не игнорирует до конца, потому что для него Трамп – это самый лучший способ переизбрания, потому что все опросы показывают, если Байден избирается против Трампа, то он э, побеждает, и если Байден избирается практически против кого-либо другого, кроме Трампа, то ситуация неясная, и он может даже проиграть. Ну, там еще не было кампании, непонятно и так далее. Но вот по опросу населения то, что мы сейчас видим. Поэтому Байден заявляет, что он уже избирается. Вокруг него тоже ходят молодые демократические политики. Губернатор Калифорнии, губернатор... Я пытаюсь вспомнить там... А, министр транспорта, мой любимый Пит Будиджедж. Есть, Мас... есть вице-президент Камала Харрис, на которую, правда, сейчас мало надежды, но она официально может стать президентом в любой момент. Так что есть несколько желающих, и опять же появятся кандидаты. Если Байден скажет, что... Знаете, я передумал, мне это все, я, так сказать, ухожу, ухожу в монастырь. Ну, Байден тоже, видимо, не готов. Видимо, у него еще что-то осталось там, пара дров в, этом, в этой печке. Так что он будет избираться, я думаю, все знаки показывают на это. А потом, если Трамп получит номинацию от Республиканской партии, то тогда, как я уже сказал, результат, по крайней мере, сейчас выглядит достаточно ясным. А если Трамп не получит номинацию от республиканской партии, то там произойдет что-то очень интересное, что пока мы, в общем-то, не видим. Потому что Рон Десантис показывает знаки, признаки жизни, но он еще себя абсолютно не доказал. И Трамп сдаваться, он, так сказать, он будет бороться. И его ядро достаточно сплоченное, самое сплоченное. Поэтому вот, вот так, такие у нас выборы сейчас на 24 год, так они выглядят. А вот в системе помощи Украины могут ли измениться позиции, либо же измениться логика? При другом президенте? Да. Абсолютно. Вообще внешняя политика намного больше является выражением воли администрации, чем даже внутренние, потому что на внутренний кон Конгресс как бы может влиять больше, а на внешний президент может очень мощно направлять ресурсы федерального правительства, опять же, как мы оказались в Афганистане и в Ираке. Это было желание, требование и работа той администрации Буша-младшего и его этих ястребов, которые сидели вокруг него, и мы оказались, где мы оказались. Это тоже было очень дорогой дорогим приключением для Соединенных Штатов. После этого, как мы выходили из Афганистана и все это, это было болезненно. Но, к счастью, освободились ресурсы для того, чтобы помочь Украине. Поэтому любая любая другая администрация будет иметь другие приоритеты. И э, насколько они смогут а это, это даже не означает, что они обязательно будут хуже. Это будет просто другой, другой направляющий, другой капитан, а другие люди будут. Потому что ваша политика это ваши люди, а будут другие люди, э, если только не будет продолжение демократическое. Потому что очень возможно, что если, скажем, не дай бог, происходит что-то с Байденом, и на его место встает э, Камала и Харрис, то она может не решиться э, поменять людей, например. Это вас произойдет на самом деле, но это тоже не исключено, что как бы вот у нас сидят профессионалы, продолжаем. Но, в принципе, любая администрация будет приводить своих людей. И, вспоминая историю Соединенных Штатов, то, что произошло во Вьетнаме, у нас было три администрации, которые занимались этой войной и участвовали от советников до полного вторжения, до выхода все это занимало, принимало разные формы при разных администрациях. Ну, в любом случае, мы надеемся, что эта победа будет как можно быстрее, и благодаря помощи Соединенных Штатов и наших Європейських партнерів партнерів, конечно. Юрій. спасибо вам большое. Спасибо, что вы сегодня присоединились. Юрій Рашкін був з нами, депутат округу рок. Друзі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на YouTube канал Україна. Ми Україна. На YouTube канал нашого гостя Рашкін. Репорт, про все офіційно. Про все, що відбувається, і в сполучених штатах, і загалом про реакцію на всі події. Все доступно та цікаво. Юрій, дякуємо. До скорої зустрічі. Ну, а ви, друзі, також підписуйтеся ще раз, ставте лайки і побачимося з вами дуже скоро в нових стрімах. Дякую і гарного дня. Дякую. Дякую.